Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем жить и выживать в Project Zomboid. И, в общем-то, по информации у нас 690 зомби убили, 1 месяц, 4 дня и 20 часов прожили, 81 килограмм весим, и мы потихонечку худеем. Давайте начнем с завтрака, доедим нашу капусту. В общем, после последней серии мы с базы приехали на окраину Вестпойнта и немножко здесь полутались-залутались, нашли новую машинку. Сейчас здесь заночевали и посмотрим там вот, про то место, где я говорил, карта с пометками говорила, что есть какой-то интересный дом. В общем, сейчас уже будет рассвет. В общем, нормально поспали. Я считаю, как бы световой день мы не упустили. На эту серию мы должны с вами, значит, посмотреть место про карты с пометками и отправиться, наверное, в Вестпойнт, оружейный магазин, попробовать сломать там стену кувалдой и залутаться там, после этого посмотреть на аптеку. Я надеюсь, здесь... Блин, снег пошел, походу будет сегодня темный день. Не очень хорошо, прям все очень сильно замело здесь, вот чего. Ну, ладно, в любом случае, что делать, играть-то надо, как бы, что здесь выждать, ждать хорошую погоду, это, конечно, такое себе дело будет. Я матрас сразу положу обратно в багажник. Так, у нас получается по перевесу, что там, все нормально? Да, все нормально у нас получается. Рюкзак. Из рюкзака можно, кстати, тарелки тоже выкинуть сюда. Карту с пометками выкинем сюда. У нас еще жаркое с собой есть. В принципе, по еде все норм. По еде все хорошо. Вот это и вот это... Погоди, ты что делаешь? Вот это, говорю. И вот это вот сюда мы переложим. Тем самым чуть-чуть подосвободим местечко. В общем, пойдемте посмотрим тогда на это местечко. Мы в прошлый раз там подзачистили, но я не знаю, там столько зомби было, что, может быть, опять они появятся. Но это не точно. Офигеть, минус 8-9, он так сильно сразу мерзнуть здесь начинает. Пробежимся чуть-чуть. Ветки чертовы, надо быть аккуратным. Ой, тут же не было никого, откуда ты взялся-то? Офигеть. Еще этот зомбоидовский скример сработал. Так. Там эти мигранты ходят. Бродит, ладно. Давай начнем с этого дома. Здесь, в принципе, что у нас получается? На карте было где-то обозначено либо этот дом, либо какой-то другой. Что так темно, я не понял. Офигеть. Так, это сундук. Дорожный кейс. Без один, но мы возьмем на базу, потому что он редко попадается и выглядит хорошо. Куда-нибудь его применим. Так, здесь у нас по книжкам. Что, журнал авто? Не читали, ну мы элитные вроде брали, но я возьму. А звероловство, нет, это не надо. Так, здесь у нас что есть? Здесь у нас кроме воды ничего нету, но вода нам не нужна. Ага, кухня. Так, ну с этим все ясно. Спорченный редис, все это фигня. Кстати, сколько лампа весит? Лампа у нас весит двушку. В принципе, на базу можно ее взять себе. Поставим. Потом там цветные лампочки навкручиваем, вообще будет шикарно все. Так что сейчас по лампам тоже пройдемся, наверное, сегодня. Не хочется здесь долго, на самом деле, оставаться. Во, посветлело чуть-чуть. Это пипец, это все из-за снега. Просто жесть какая-то. Ну, кто там хрипит-то? Откуда ты там идешь? Не было там никого. Иди сюда. Отлично. Сразу мушиный рой, блин. Так, там группа. Здесь сгоревший дом. Такое чувство, как будто здесь, да, здесь тоже есть. Иди сюда. Что там в тебе воткнуто? Походу охотничий нож, да? Возьмем. Ножи будем собирать, как бы они особо так на базе места нам не оттянут, но пригодятся. Да, с погодкой сегодня не повезло, только все наладилось, и все сразу опять пошло на нет. Так, здесь что? Здесь у нас пустота. Дайте хоть лампу здесь. Но вот как я помню, что вот этот второй дом, он как бы и был с пометками, но очень странно, либо сгоревший, либо этот. Но здесь ничего же интересного такого нет. Газосварку уже читали.
кулинария, второй том, по-моему, у нас есть, брать не буду. Блин, вот надо как-то записывать эти книжки, фиг их разберешь на самом деле потом. Цепочка золотая, давай наденем. А почему бы, собственно говоря, и нет? Золото. Золото, это хорошо. Так, кухня. Ну, походу, в домах нам ключ от машины. А это, которая здесь припаркована. Блин, ну в домах особо тут ловить нечего, наверное. Да. То есть, ну нафиг она нам нужна? Она вся разбитая какая-то. Более открытая. Бензина нет, а аккумулятор красным горит. Я даже заводить тыкать не буду. Карта реверсайда не нужна. Вот зажигалку полную возьмем. Ну, багажник еще можно чекнуть. Такое себе дело, конечно. Там что-то их очень много. В сгоревшем доме, я не знаю, вообще лут бывает? Нет, мне кажется, это бессмысленная фигня какая-то. Там вообще ничего нет, все сгорело. Нет смысла рисковать, а вот зомби там есть. Причем не кислое количество, как бы не хочу я туда идти. Сейчас опять начнется мясорубка юмора. Да-да-да, вот они уже лезут. Не дадут они здесь пожить спокойно. Иди сюда. Уже и голод, блин. Что есть? Давай кексик съедим. Так, ну этот дом тоже не забитый. Это уже окраина получается. Ну, есть ли смысл туда заходить или нет, я не знаю. Какая же погода фиговая. Вот не люблю, когда прям затягивает все. Тихо. Лезли, да? Давай. Давай я вас здесь подчищу. Уж не зря так долго ехали с базы. У вас столько чертей здесь вылезло-то. Гребаный Вестпойнт. Это обычный дом, там не может быть ничего интересного. Все побитое, все разбитое. Да, с этой карты промашечка вышла. Была бы она сейчас на руках, точно бы определили, что за дом. Как бы был бы смысл тогда здесь ковыряться. А так, может быть, и смысла никакого нет. Может, это пометка сгоревшего дома. Стой. Нет, это просто диван. У вас такой на уголке как бы что-то лежало. Мне показалось, как будто что-то было. Но опять же, здесь ничего нету. Это не дом выживших, не заколоченный, ничего. Курсы автомеханики, это нам не надо. Ясно, понятно. Так, сигаретку надо покурить. Сигаретное время наступило. Кстати, я что-то не обратил внимания, а лампа там была, нет? Но кто-то там уже явно стучался, как бы, да? Так, лампа я здесь тоже не наблюдаю. Здесь тоже нет. Окей. Беспощадный, бессмысленный дом. И этот такой же. Зря только время потратил на это. Еще зажигалку возьмем. Возьмем. Рано или поздно они начнут кончаться. Труп в машине. Так, ладно, пойдемте тогда обратно, что здесь делать нечего, поедем тогда в сторону этого оружейного магазина, да вскроем уже его. Там уж посмотрим. Вот опять в кустах здесь нарисовался. Тихо. Жуткий снег.
витамины, карта, мартриш. Ну, блин, она без пометок, не надо ее брать. Как бы фиг бы с ней, возьми витаминки. Окей. В принципе, с этим уголком у нас все ясно, все понятно. А, здесь мы вроде все собрали. Сейчас я еще раз багажник посмотрю. Ага. Я здесь ночевал, а ты сюда идешь, да? Куда ты берешься здесь, гадина? Карта Вестпойнт, тоже не надо. Стоят они там, думают. Что у нас в багажнике вообще есть? Автомат, это понятно, это понятно. Таблички, объявления, плакатики. Так, этот стеллаж я взял. Стрелку мы взяли. Там, в принципе, здесь все закончили. Поехали тогда отсюда нафиг к оружейному магазину. Там, мне кажется, сейчас будет лютый какой-то замес. Но в любом случае, сейчас утро, и как бы доедем мы, еще будет светло. Там уже со всем этим делом разберемся. Давай, машина. Ты же в хорошем состоянии. Все, в принципе, что, покатили тогда. Только будет ехать, походу, опять тяжело. Дорог абсолютно не видно. Все в белом снегу. Я не знаю, сейчас надо поаккуратнее проехать, чтобы не ушатать новую тачку. Покатили. Видимость вообще дикая, просто темнота и все в снегу, а повсюду здесь зомби бродит. Вот этот магазин нам надо вскрывать. Куда она там пошла, эта зомби? Придется здесь зачищать пробовать. Да-да-да-да-да-да. Давайте только в окружении не попадемся сейчас. Все сделаем по-быстрому, в аккурат, я не знаю, там не в аккурат, в общем, все сделаем аккуратненько. Попробуем, по крайней мере. Если станет очень много, уведем. Что, у меня топор ушел? Он же был целый, когда мы ехали. Неужели? Неужели? Блин, толпа идет, да. Толпа нехорошая идет. А, не очень, не очень. Иди на меня. Пипец. Давай, давай, вот так вот тогда. Скотина. Отойдем. Блин, повезло, сейчас вообще не укусили, не поцарапали, походу, жесть. Я думал, сейчас завалят. Жесть, жестяная жесть какая-то вообще. Сюда идем. Кто-то из них еще жив остался. А ну, а ну, а ну. 11:40 на часах, пипец. Просто пипец. Темно, как вечером. Так, там группа есть. Фух, ну окей, вроде все спокойно. Жесть какая-то. То, что топор ушел, это вообще для меня сюрприз сейчас случился. Я даже его не проверил, потому что я был уверен, что он как бы в нормальном состоянии. Так, вот эту решетку мы разберем и туда пролезем. Хорошо. Снега все больше и больше. Так, давай кувалду мы возьмем на спину. Сейчас сразу перегруз будет, нет? Хорошо. Топор, конечно, починить бы. Блин, как же он так быстро ушел? Починить, а у нас нечем чинить. Есть изолента. Не знаю, это повлияет, я сейчас все выложу ее сюда. Изолентой можем починить. Но опять же, на пару ударчиков починили. Ну нет, нет.
Такая, в машине свет выключу, я что-то за аккумулятор переживаю, что он так высадится быстро. Все, я надеюсь, никто нас сейчас не побеспокоит. Давай. Уничтожить. Давай тебя прямо здесь напротив уничтожим. Есть. Я просто в багажник сразу уберу, потому что нафиг ее таскать. Мы сейчас там что-то залутаем, наверное, интересного. Это всегда был хороший магазин. Всегда в нем было много всякого интересного добра. Так, кувалда, давай. Сюда идешь. Ну, пипец, здесь мне просто повезло сейчас. Мог бы вообще концы отдать из-за этого магазина. Так, ты давай идешь на спину. Я не знаю, как бы возьмем его, но он очень быстро отвалится. Это 100%. В любом случае, я надеюсь, что здесь-то никого нет. Он же закрытый был. Вода здесь есть. Здесь у нас еще склад. Начнем со склада. Дробовик, прицел, револьвер. Ну что, будем тогда набирать, как бы дробовик возьмем. На винтовку. У нас, по-моему, винтовка есть, я тоже прицел возьму. Револьвер. Давай возьмем. Сейчас в машину все закинем. Не зря что. Ух ты, пожарный топор в хорошем состоянии. Вот она. Вот она конфетка. Вот она конфетка здесь попалась. Хорош, отлично. Возьми его теперь. Вот это сейчас повезло. Так, ремень для винтовки, да? Винтовка отсутствует, магазин. Нафиг ты мне без магазина-то... Еще пожарный топор. Затыльник приклада взять. Вот это хорошо. Мы теперь на базе сможем порубить лесок, а то я тут уже отчаялся. Еще пожарный топор, но это вообще я брать не буду, он почти ушел, почти уже. Дробовик я один взял, нам второй вряд ли пригодится. Не хочу я брать кучу всего, жадничать вот это вот. Отсутствует магазин. Понятно. Так, ты возьми пока вот так вот в руки топорица. Хорошо. Пусто. Ага. Это забираем. Журнал электроника читали, не нужен. Так, не читали. Рыболов выпуск 2. Я не знаю, давай возьмем, потому что я не помню, был у нас или нет. Какой-то рыболов у нас был. Так, с этим все понятно. Карта с заметками. Ну-ка. Это у нас как раз-таки вестпоинт. И вот, погоди. На нем не, отсутствует заметка, что здесь вот как, какая-то фигня была. То есть мы здесь были, здесь нет, ничего не обозначено. Правильно же? Да. Да, получается правильно. Это вот первый поворот. Мы потом отсюда отъехали по основной шоссе. По основному шоссе. Проехали вот здесь вот. Дождь, что ли, пошел? Поехали мы здесь вот так вот вверх. И, грубо говоря, находимся мы сейчас вот в этом здании. А аптека большая, это вот эта вот зеленая. Что здесь пометки какие здесь есть? Слишком много, чтобы справиться. Не стреляйте в окрестностях. Блин. Да кто ж собирался тут стрелять? А вот этот дом что значит? Здесь он жил. Ну и что, что он здесь жил? Здесь много кто жил. Бесполезная карта на самом деле. Вот этот таун-холл, не нужен чардж, не нужен police station, тоже нам не нужна. В принципе, мы в оружейке здесь, и мы можем как бы пройти вот сюда, в этот, в аптеку посмотреть. А в оружейке оставить базу. Я думаю, ехать в аптеку на машине не надо, потому что ну, мы много лекарств все равно не заберем. А так вот, типа, если по стелсу туда пробежать, через дверь войти, и все будет нормально. Если сейчас идет дождь, это хорошо, в принципе, в том плане, что... Кстати, сколько вот эти ящики весят? Вес пятнашка. Помещают они в себя по 52. В принципе, неплохо. Так, что у нас здесь есть? Коробка патронов. Вот, давай все это будем забирать. Все это нам нужно. А, винтовка. Отсутствует магазин. Вот у всех этих винтовок отсутствует магазин. Бред какой-то на самом деле. Из-за этого их брать не хочется. Стекловолоконный этот возьмем. Так. Возьмем, патронаж возьмем. В общем, затаримся. Сделаем у себя на базе. Ух ты, револьвер Магнум. Дробовик. А, блин, в состоянии, в хреновом. А это в каком? Это в нормальном. Но это мы сейчас все заберем. Это все забираем, кроме дробовика.
перегруз уже, да, у нас пошел. Ну ничего, сейчас мы это все скинем. Магазин 223. Так. Магазин 308. Патроны 308. Тоже берем все. Не лезет уже. Ладно, сейчас за второй заход возьмем. Я перегружаться сильно не буду, поэтому, потому что фиг его знает, что здесь за дверью, блин. Подошли новые эти мигранты, не подошли. То ли погода разгуливается, то ли фиг его знает, но здесь какая-то опять толпа собирается. Рано или поздно она просто причалит к нам сюда. 54, да? Давай сюда вот это положим. Тебя, тебя. 6 зажигалок. Остальное сейчас на сиденье все пойдет. Затыльник приклада. Ну давай, добьем уж. Осталось чуть-чуть. А... Так, ты влезешь? Это уже не лезет. Так. Под завязку, чтобы забить все. Лампа не влезет, оружейный порох. Все. В принципе, под завязку багажник есть. Осталось теперь на заднее сиденье сложить все это дело. Так, заднее у нас должно быть заднее левое. На заднее левое у нас пойдет все вот это. Вместе с лампой. Сразу. Можно чуть ускорить. Блин, тает. Тает снег, хорошо. Дробовик сюда же. Порох, вот это, пожарный топор тоже туда сейчас пойдет, ты сюда пойдешь, вот эти предметы тоже, вот так вот, грубо говоря, вот этот топор надо тоже скинуть, потому что он в плохом состоянии, перекладывать, давай чуть ускорим. Топор, говорю, переложи. А, уже не лезет. Давай еще одно заднее сиденье правое теперь будем забивать. Идешь сюда. Хорошо, так, погоди. Не показалось ли кто-то здесь под... О, подхрипывают. Они крадутся сюда. Не дадут здесь спокойно расположиться. Надо их убить. Еще вот отсюда идет. Давай, давай, конечно. Надо с голодом еще побороться будет. Потихоньку подманим им по два, по три. Вот таких замесов, как по приезду, лучше не устраивает. Это небезопасно. Это вообще небезопасно. Здесь их немного. Давай, ты иди сюда. Ага, два еще увидели. Хорошо. С этой стороны у нас как вообще? Ну, более-менее. Ты есть? Ты есть? Блин, мы там штаны порвали. Вот засада. Что-то не обратил внимания. Есть. Давай к тебе мы сами подойдем. Утром был лютый снег, сейчас опять все тает. 4 градуса и дождь пошел. Ладно, дождь сейчас размочит, снег будет еще лучше. Так, я здесь прохожу, чтобы убедиться, что здесь нет никого. Да? Там есть, но они далеко. Сколько там? 3, 4, 5, 6. В принципе, не должны до нас дотянуться, но если подтянутся, дадим им отпор, как обычно. Здесь ничего интересного в них нету. Сыворотка падает редко. Так, насчет штанов. Штаны, штаны, состояние тоже все здесь рваное. После того, как мы их топором рубим, все рваное становится. Ладно, походим пока с дырочкой. В штанах ничего страшного. Так, давай поедим. Кури сразу сигу. Так, что у нас по еде? По еде у нас еще с собой сковородка, если что, была. Сковорода, сковорода. Давай тебя начнем потихоньку есть 1/4. Не помогло особо, да? Ну ладно.
пока чипсоны жрать неохота, потому что он с них будет опять пополнять. Мы лучше сейчас сковородку добьем, уж потом тогда, может быть, на базе перебьемся чем-нибудь. Давай еще отъешь. Вот хотя бы так, хотя бы не в зеленую, хотя бы в ноль. Уф, так, на чем мы остановились? На этих полках, да? Берем вот это все. Ты пустая, хорошо. Это все пусто, может одну все-таки винтовочку-то без обоймы взять. 308 без магазина, может где-то потом нам повезет, найдется магазин. Ну, сейчас хоть посмотрим состояние, чтобы у нее нормальное было. Потому что тут вот эта фиговая была, вот это в нулевом состоянии, эту давай возьмем. Уж так и быть, ладно. Так, окей, это есть. По поводу водички, надо набрать водички. Это тоже есть. В принципе, здесь можно и пожить немножко. Пробку и доску я хочу забрать с собой, навесить двушку. Ага, конечно, забрал. Оленью голову тоже заберем. Развалилась на две подвушки. Вот тут зачем так делать? Сделали бы, что ну четверку бы весело, фиг бы с ним. Пережили бы все. На две части разваливается. Так, там у нас тяжелая эта фигня, короче. Здесь что у нас? А, здесь журналы были. Окей, давай вот эти полки тогда возьмем. Сколько у них вес там? 7,5 было или сколько? А, вес 15. Шанс на поломку еще присутствует. Сломал. Взял. Хорош, пойдем отгрузим. И опять снег. Темнеет и снег. Ну просто жесть, блин, куда ты к багажнику идешь? У нас уже багажник все забит. Уже машина просто в лоурайд превращается. Я имею в виду, подвеска просаживается. Так, тебя сразу давай сюда кидаем. Магазин. Так, нет, лучше сначала шкаф перекинуть, он тяжелый. Он займет все сиденье сразу. 22 из 26. Ну, золотая цепочка-то и была, блин, это все моя жадность какая-то. Мы выкинем. Так, это вот что мы имеем? Тебя тоже сюда. Пробковую доску же я еще взял. А где она? Сюда, уже не лезет. Ну, ну пипец, придется закладывать последнее сиденье эвакуационное. Через которое мы эвакуируемся, если что. Так, сонливость это плохо. А, в принципе, можно тогда здесь немножко сделать себе поспать. Давай сюда. Что такое? Ну ладно, ладно, хорошо. Давай сюда тогда будем выкладывать. Все, тогда если нас прижмут, мы выйти не сможем уже с другой стороны. Ну а что поделать? Все ради лута. Так, этот топор тоже давай сюда положим, а? Уж начали класть, так давай класть. Так, все, освободились. Это хорошо. Здесь тоже лишнего ничего нету. Это в бардачок сразу идет. Да, в комментариях написали. Спасибо, что написали. Типа, карты хранить в бардачке самое-то удобно. Можно все карты будет с базы перенести. На базу. Ой, на, с базы в бардачок переложить, и все будет хорошо. Так, матрас. Матрас, матрас, матрас. Матрас я возьму. Угу. Сейчас будет... Блин, они подкрадываются сюда. Сейчас будет темнота, просто жесть. И плюс вот этот снегопад темный. Будет очень темная ночь. Очень темная, нехорошая ночь будет. Так что надо как-то здесь, наверное, нам устроиться. Я бы устроился где-нибудь здесь, но он здесь не ляжет. Хотя вот здесь еще склады же есть. Лютая темень. Ай, ящики. Если ящики разобрать, то можно здесь кровать поставить в уголку. Ну, матрас кинуть, я имею в виду. Так, а что там? Подожди. Это мы все на пол просто скинем. Все, теперь тебя можно же разобрать-то. Давай.
есть. Есть, здесь прям вообще какой-то темный угол, просто мрак. Все, сюда встает матрас у нас. Просто за двойной дверью я как бы опять же перестраховываюсь в том плане, что ну раз дверь начнут ломать, сломают, а мы там все-таки будем как бы за этим прилавком, может не додумаются до нас дойти. Стекла-то здесь точно не сломают, здесь хрен что сломаешь, это все железное. А вот в плане того, что как бы дверь прийти обнимать, это же они могут как на раз-два сделать. Нам нужно будет в аптеку еще зайти. Да почистить всех этих скарлатин. Так, у нас книжка была, которую мы читали. Хочу, да, вот ее газосварку хочу добить. Перед сном газосварку добить. И уже после этого, наверное, придется отправиться в аптеку. Я не знаю, у нас в принципе уже много всего не влезет. Придется отправиться в аптеку, мы добьем просто наше все место, рюкзаки, и уже поехать в сторону базы. Но просто уже как бы, уже машина просто битком набита. И придется на базе все это делать, опять базовую серию. Но куда ж, как говорится, без этого. В общем, давайте я сейчас тогда почитаю в офлайне, лягу спать. И в следующей серии мы пойдем в аптеку и поедем обратно в сторону нашей базы. Далеко мы от базы, на самом деле, забрались, очень далеко. Серия, я не знаю, получилась скучная, не скучная. Вроде как бы и зомбей побили, и оружейку вскрыли. В общем, все своим чередом идет, будем играть аккуратно и постепенно, чтобы как бы не слить катку на базу. У нас большие планы, будем строить, отстраивать. В общем, куча дел, как всегда в зомбоиде, куча дел. Ну а вы тем временем подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, жмякайте на колокольчик. И всего хорошего, всем пока.